со стороны левобулачной, правобулачной по университетской двигался в сторону Баумана. Пересекая перекресток, у меня врезалась машина в бок. Kia Rio в данном случае. Назвать этот перекресток аварийным, пожалуй, нельзя, ведь даже в ночные часы светофоры тут работают в обычном режиме. Водитель Приора признается, что до момента удара не видел другую машину, а потому и избежать аварии просто не мог. Ну, я как бы ехал на свой разрешающий зеленый свет, как бы есть свидетели этого. Молодые люди утверждают то, что они тоже ехали на зеленый. Разберемся. На своей правоте настаивает и водитель Kia. Оказалось, что он, его пассажир, граждане Израиля, а в данный момент они живут и учатся в Чебоксарах. Насколько хорошо они знают наш город, неизвестно, однако в разговоре молодые люди признались, что торопились на важную встречу. Нормально было зеленый, нам было нужно в аэропорт. То есть, по вашей версии, вы ехали на зеленый свет? Да. Ну, сейчас полиция приедет, решает, кто виноват. Похоже, что обратно в Чебоксары израильским гостям придется добираться уже без машины. После аварии Kia нуждается в серьезном ремонте. Пожалуй, самое неприятное в этом то, что иномарка арендованная. Кто из водителей проехал на красный свет, сотрудники ГАИ смогут выяснить в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале Эфир.